Истец Екатерина Платвина подает иск о признании ответчика, утратившим право на жилую площадь, и о снятии его с регистрационного учета по месту жительства. Ответчик Ярослав Платвин подает встречный иск о вселении и о нечинении препятствий в пользовании жилым помещением. Ваша честь, 7 лет назад я вышла за него замуж. И единственную ошибку, которую я совершила, выйдя за него замуж, я прописала его на жилплощади, которую занимаю в квартире по социальному найму. Ваша честь, и, собственно, на этом моя счастливая семейная жизнь закончилась. Он в этой квартире практически не проживал. В течение месяца он мне еще пудрил мозг. Потом начались командировки, начались какие-то гульки, началось непонятно что с семейной жизнью. И в итоге в течение 3 месяцев, ваша честь, мы развелись. Но зато он успел прописаться в моей квартире, ваша честь. Он мне клятвенно обещал, что он выпишется из моей квартиры, как только решит свои проблемы жилищные, да, что я куплю себе квартиру и там пропишусь. Но дай мне возможность, пожалуйста, да, пока у тебя быть прописанным. Далее он решает свои проблемы тем, что он женится вторично. Со второй женой он покупает квартиру очень быстро. И в итоге у него тоже не складываются семейные отношения, ваша честь. Он продает квартиру вместе с этой женой. И он оказывается опять без жилья. И он по-прежнему остается у меня прописанным. Дальше, значит, что он делает? Он вырученные деньги вкладывает в инвестиционный договор. Да, то есть он уже не в черте города, а за городом покупает себе, значит, этот договор и ждет, пока построится его дом. И опять же ко мне приходит: Катенька, пожалуйста, я у тебя поживу, пока достроится. Да, ну, пользуясь просто моим стесненным материальным положением, я на тот момент получала 2-е высшее образование. Ну, как бы это за оплату. И, естественно, ну, как бы пользуясь этим, да, он меня уговорил, и я его впустила пожить там в этой квартире, в своей, да, и сама переехала к матери. То есть я просто пошла ему навстречу. Не потому, что он мне начал помогать, а потому, что просто, ну, вот у него, он говорит: мне негде жить, Катенька, я остался без денег. Я вот, видишь, тут деньги свои вложил, пожалуйста, пусти. А лекарства? И я, ваша честь, его, значит, пускаю, и заканчивается чем в итоге, да? Тем, что он, значит, проживая на моей жилплощади, не выписывается, каждый раз кормит меня завтраками, что скоро-скоро мой дом построится, я перееду. Ну, строительство, как бы, оно затягивается иной раз, да? Строительство затягивается, почти 3 года он у меня живет, ваша честь. Я терплю, терплю, терплю. В итоге, вот правда, вот закончилось мое терпение вот последний раз, когда я пришла. Я же там, ну, живу же, там у меня свои вещи, я кое-что забрать пришла. А там его новая сожительница, она меня просто обхаяла, назвала там разными словами. Я просто уже не выдержала, понимаете, и настояла на том, чтобы они съехали с этой квартиры. Тут немножко смысл-то в другом, ваша честь. Я могу сейчас говорить? Получилось так, что... Ну да, живу и там прописан, потому что как бы она мне, в принципе, прописала. В принципе, она там кое-что правильно, конечно, сказала, что когда я на второй раз женился, да, у нас там тоже брак просто долго не просуществовал. Я законов не знаю, конечно, так, как вы. Вот. Мы развелись, и квартиру, которую мы купили, мы продали, деньги поделили, и на эти деньги я уже решил наконец-то купить свое жилье. Но так как там не хватало... Mm-hmm. Очередную, я, да, крутил. Заключил инвестиционный договор, вот, mm-hmm, в строящемся здание, то есть новостройки, вот. Но получилось, что со временем, когда вот здание строилось, я там посчитал, что я немножко, ну, не рассчитал свои финансовые возможности. Я начал занимать деньги у родителей. Вот. У кого? У родителей. Замолчи, истец, ты подожди. Истец. Ваша честь, они у него учителями работают. Какие родители? Подождите, истец, и что? Когда сумма займа начала превышать те деньги, которые я вложил, я эту квартиру, то есть передал права этой квартиры на мать. То есть она ошибается, что говорит, что я там прописан. Сейчас это квартира матери. Недостроенная? Отлично. А? Недостроенная? Да, она еще недостроенная. То есть была произна уступка требования, вы имеете? Нормально. Совершенно верно, да. Ага. Я просто все эти, не помню, формулировки. И без жилья остался, да, в итоге у нас? Единственное мое жилье, по большому счету, это там, где я, в принципе, сейчас и проживаю, и прописан. Ответчик, скажите мне, пожалуйста, а вот за этот период времени, когда истица проживала у своей матери, она ссылается на стесненное материальное состояние, вы платили коммунальные платежи? Ага, вот смотрите, вот здесь интересный момент. Подожди, стоп, стоп. У нас был устный договор вместе с ней, вот, что да, коммунальные услуги я платить не буду, но у нее, понимаете, у нее мать, у нее тяжелая форма гипертонии, что я буду покупать ей лекарства, о чем соответствуют вот эти вот чеки. В принципе, я это исполнял исправно.
Я покупал лекарства для ее матери. Теперь смотрите, я по большому счету вообще не вижу причины, почему она так суетится. Потому что дом старый, его скоро снесут. И нам, как разведенным, дадут, естественно, по другой квартире, по разной квартире. Я так думаю. Теперь смотрите, сама по себе причина, почему мы оказались здесь, это то, что когда вот она говорила, что она когда пришла, и там была моя девушка, вот здесь я хочу по этому поводу объяснить, он очень важен. У моей девушки 46 размер, у нее, естественно, гораздо больше. И когда вот эта вот перепалка вся началась, вот, она взяла, моя девушка, и демонстративно еще пояс затянула на две дырочки. Вот. У нее вообще тут башню снесло, вы бы видели ее глаза. Ну, такое отвечу, началось тогда. Отвечу. Это просто, ваша честь, это просто оскорбление уже. Я уже не могу это слушать. Ну, что это такое, а? Я здесь он меня обманул за всю мою жизнь. Что он мне хорошего сделал? Списался с родителями, подставил. И сейчас еще хочет от меня добиться еще доли. Да что это вообще? Как это можно терпеть? Подождите. Он же не на чужую тетю свою квартиру новую записал, а на маму. Подождите, ответчик. А почему вы вот... как бы не ставя истицу в известность, берете и приводите даму какую-то проживать, да, в этой квартире. Почему? То есть я должен был найти ее и спросить, а можно ли она будет проживать там же, где проживаю я? Простите, пожалуйста, а у истицы такие же права, как и у вас. Она наниматель. Она наниматель по договору. Она, если не хочет, чтобы кто-то посторонний проживал без регистрации в этой квартире, ну не хочет. У вас же дама может в гости проходить, но не проживать. А если она проживает, извольте ее регистрировать. А истец не будет согласна с этой регистрацией. А я не говорил, что она там проживала постоянно. Я говорил, что она ее там застала. Хорошо, истец, скажите мне, пожалуйста, размер, сколько денег ответчик потратил на лекарства? Да он не потратил ничего на лекарства, он эти квитанции спер у нас дома. Он пришел свою свекровь, тещу бывшую, якобы поздравить с 8 марта Хорошо. Перед слушанием. И квитанции эти где-то взял. Хорошо. Они у меня лежат все в прихожке, все, истец, потому что я считаю, истец, где что купить. Хорошо, истец, скажите, пожалуйста, а... Ну там порядка... Истец, сейчас квартира, о которой идет речь, она что, дом готовится к расселению? Ну... В каком-то будущем, наверное, нет, да. Нет, мне на вопрос. Дом включен в план расселения? Ответчик, дом включен в план расселения? Да, дом включен в план расселения. То есть это в постановлении есть, он включен в план, да. Вот этот, там год просто определенный установлен, да? Да. Так, мне все документы, будьте добры, пожалуйста. Пожалуйста. Истец, почему, когда, как вы утверждаете, ваш бывший супруг украл указанные чеки, вы не обратились в правоохранительные органы? Ваша честь, я не заметила. Я не заметила, правда. Я не могла понять, почему он пришел нас поздравлять. Да нет, подождите. Я не могла понять, почему он пришел нас поздравить. Либо вы не заметили, либо что, для вас это стало сейчас неожиданностью? Да, для меня сейчас неожиданность то, что он их принес вообще. Ну, простите, пожалуйста, у вас лежат, в общем, в том числе и рецепты, понимаете, выданные достаточно дорогостоящие лекарства. Вы не заметили, что они у вас... То вы их тщательно храните у себя в прихожей, потом раз, и вы не замечаете. Ну, да я просто, правда, не обратила внимания вашего. Она просто не знала, что я буду эти чеки брать. Удаляется для принятия решения. А теперь вернемся в зал суда. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, возражения ответчика по заявленным исковым требованиям, рассмотрев представленные документы и доказательства, в удовлетворении иска о признании бывшего супруга, утратившим право пользования в квартире, снять его с регистрационного учета по месту жительства, суд считает необходимым отказать. Суд отказывает в иске, поскольку бывший муж имеет равное с истицей право пользования в квартире, что подтверждается договором социального найма и выпиской из домовой книги. В данной ситуации суд считает, что изменение места жительства ответчика не носило в определенной степени добровольный характер. Кроме того, ответчик подтвердил ту позицию, что данная квартира является исключительно только единственным местом его жительства, другого места жительства у него нет.
Ответчиком судебное заседание было представлено подтверждение того, что он не смог в полном объеме выполнять соответствующие финансовые требования по инвестиционному договору и был вынужден переуступить право требования, признание права собственности, передав такую уступку непосредственно его матери. Также ответчиком представлено в судебное заседание соответствующий договор о займе, который подтверждает, что между ответчиком и его матерью возникли соответствующие долговые обязательства. При таких обстоятельствах суд не может считать, что ответчик в одностороннем порядке расторг договор социального найма в отношении самого себя, а именно то правило, на которое суд ранее ссылался, что предусмотрено пленумом Верховного суда от 2 июля 2009 года. Поэтому оснований для удовлетворения заявленных исковых требований у суда нет. Кроме того, суд, в отличие от ИСА и ответчика, по адресу, заглянув в интернет, найдя соответствующее постановление, удостоверился в том, что дом на самом деле внесен в список, который в ближайшее время, ну, по крайней мере, так, как это говорю в постановлении, через 8 месяцев подлежит расселению. Поэтому суд считает, что в этой ситуации позиция ответчика является более прагматичным, поскольку ответчик, я не уверена, конечно, как будут поступать муниципальные власти, но, по крайней мере, в этой ситуации говорить о том, что между разведенными супругами площадь может быть получена чуть-чуть побольше, чем есть на самом деле. Но, по крайней мере, потенциально можно на это надеяться. Поэтому суд считает, что более прагматичным в этой ситуации, и учитывая, что у суда нет оснований для снятия ответчика с регистрационного учета, суд отказывает в удовлетворении заявленных исковых требований. Истец и ответчик, суд огласил свое решение, дело закрыто. Решение суда. В иске отказать. Он обманул меня в юности, но больше я ему не позволю этого сделать. И во что бы то ни стало, чего бы мне этого ни стоило, я его все-таки выпишу. Ну вот наконец-то, я хоть в таком возрасте, но обрел себе свой собственный угол.